5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Очу, вроде так. Я ее рейдил буквально недавно, и еще помню, где и что тут. В общем, заходил я тогда вот отсюда, здесь было 5 или 6 ящиков. Здесь еще была стеночка со станками, да, здесь две плавильни, не особо-то интересно. Сейчас быстренько все сломаю и все вам покажу. В общем, сломал я все, что только можно было, кроме вот этого финал станка, потому что ткань я так и так забирать не буду. Здесь я в прошлый раз уже проверял, ничего не было. Но, может быть, что изменилось, на это рассчитывал. Но нет, камни резки, 10 каменных блоков. Окей, плавильня, 7 железных слитков и еще десяток. Ну, пока что пусть будут. Идем дальше. Бензин, аптечки. Мой украденный лут, это тоже. Гаечные ключи, окей. Это меня не интересует. Дальше. Что, ничего интересного. Дальше. Кожу. Пусть будет. Хотя у меня уже ее до хрена и больше. Этой кожи. Так, каменные блоки тоже заберу. Пластины пусть будут пока. Это я тоже дубовые доски заберу. Изолент. Пусть будет. Пока что сделаем вот как-то так. Чего не хватает? Чего не хватает? А, стоп. Вот это можно забрать тоже. Дальше. МК. Алкоголь крепкий, который у меня украли. 2 пива, которых у меня украли. И 3 бутылки воды. Ну, окей. И последний ящик. Микросхема это уже не мое. Мясо вяленое мне не влезет. Бинты я, пожалуй, заберу. Индейка. Ну, это можно разве что схавать. Но складывать у меня реально этого некуда. Вот я бы забрал. Вот так сделаю. Так сделаю. И, пожалуй, все. Больше мне здесь ничего не интересно. Ничего не надо. Все, можно, в принципе, сваливать отсюда. Посмотрим, в пикапе что-то было. Нет, пикап пустой. Ну, вот такой вот утец, даже байк не стал наполнять. Ну, там можно было кое-что забрать, но у меня реально с этими ресурсами уже перебор. Некуда складывать. Ну, а на этом все, ребят. Надеюсь, трейд вам понравился, и вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.